История моды уходит своими корнями далеко в прошлое. Выглядеть хорошо, а порой и лучше других – это уже естественное желание каждого. Потому и среди тех, кто умел шить одежду, стали выделяться мастера, делающие наряды качественные и стилистически особенные. Уникальной способностью превращения идеи костюма в набросок, закройку, а потом и в реальную вещь, которая будет удобной и подходящей для человека, обладает жительница поселка Правокубанский Тамара Узденова. Она конструктор верхней женской одежды. Наверное, пришла еще в далеком детстве, когда играла в куклы. Вообще у меня бабушка швея была всю жизнь по маминой линии, бабушка швея и тетя по папиной линии. Видимо, что-то передалось мне, но в нашей семье, кроме меня, никто не умеет даже пуговицу пришивать. Ну, первые опыты были, конечно, с куклами. Пострадало очень много маминых нарядов. Шторы пострадали. Но в итоге в классе шестом, по-моему, да, в шестом классе записали меня на курсы кройки и шитья в городе Карачаевске. Были. Ездила, пока могла. Потом мы переехали и пришлось оставить. Ну, видимо, с годами это не прошло, страсть, любовь к шитью и прочему. Ну, и решила поехать учиться на это дело. В Ставрополе училась, в Ставрополе, правда, не хотели меня отпускать. Я слишком рано окончила школу, долго спорили. Ну, в итоге я поступила. Ставропольский технологический колледж был. Вначале, а потом там унитарное предприятие «Бытовик» было. Я там отучилась тоже, за что огромное спасибо преподавателям, которые действительно учили шить. После, что я еще в Краснодаре курсы заканчивала уже по шторам. После вернулась сюда. Немного проработала в садике у нас здесь, в новом садике. Тамара Узденова на сегодняшний день занимает ответственную должность директора Дома культуры поселка Правокубанский. Новый объект культуры начал свою работу здесь сравнительно недавно, в 2019 году. Жители поселка отныне наслаждаются искусством и развивают свои творческие способности в комфортных условиях. К слову, Тамара основала здесь кружок кройки и шитья, где все желающие могут научиться азам этого прекрасного вида рукоделия. Меня попросили вот на должность директора Дома культуры. Я согласилась. Сейчас вот веду кружок с детьми. Кройки и шитья, а также художественный кружок. ДК в 2019 году. Открыли. На базе ДК действует у нас сейчас музыкальная школа. Здесь же находится хореографический кружок, находится, вернее, занимаются дети. Мой кружок кройки и шитья, художественный кружок тоже я веду. Есть кружок «Очумелые ручки», ведет художественный руководитель Баучиева Зумрат Рамазановна. Что? Очень много детей. Вот в некоторых местах я слышу, что, ну, что построили и стоит Дом культуры. Нет, у нас не стоит. У нас вот стабильно хореограф заканчивает. Там в 5, по-моему, у него последняя группа занимается, до 5. До 6 музыкальная школа. Здесь во всех кабинетах кипит жизнь. Вот. Мы даже иногда вот не успеваем. Половина идет в музыкальную школу, половина оттуда, кто освободился, к нам бежит. В общем, без дела никто не сидит. У нас постоянно двери открыты. Постоянно. Есть еще библиотека с вами? Библиотека, да. Правокубанская библиотека находится, сельская библиотека находится у нас тоже. Тоже в этом году ее сюда перевезли. Тамара делает мир нарядней. Она создает красоту своими руками.
О таких говорят: настоящий мастер своего дела. Результат ее кропотливого труда заслуживает самой высокой оценки. Она из тех мастериц, которых называют универсальными. Она и талантливая швея, и отличная закройщица. Первое мое изделие было... Я пошила себе этот основательно такое изделие. Это на выпускной вечер себе в школе. Я пошила вечернее платье. Тогда у меня бабушкина машинка была, такая ручная машинка, Зингер. Получилось неплохо. Вообще... Все учителя, ученики, одноклассники, все оценили. Я думаю, оно было... точно не хуже, чем у остальных купленное. У остальных купленные платья были, а я сама такая. Помню, еще какие-то розочки делала себе в волосы, заколочки всякие. До сих пор этим занимаюсь. Сохранилось то платье? Нет, к сожалению, меня попросили тоже на какое-то мероприятие. Девочка попросила, так оно и там и осталось. Никто мне не вернул платье мое. Угу. Не сохранила, к сожалению. Правда. Дальше я стала брать, пока я не работала, пока дома сидела, дети маленькие были, приходилось дома подрабатывать. Брала заказы дома. У меня есть постоянные клиенты, которые в том числе из города Черкесска приезжают. Как-то с ними работала. Приходилось шить. Не один год, наверное, у меня вся сознательная жизнь связана именно с этим. Хоть я и директор Дома культуры, но вот опять же пришлось вот сейчас кружок вести. Детям это интересно. К сожалению, всех желающих мы не можем поместить. Есть девочки, которые постоянно приходят, занимаются. Кстати, они вот мне помогали кроить, сметывать. Вот сейчас мы готовим платье для танцевального нашего коллектива. У них дагестанский танец будет. Вот мы будем шить им дагестанские костюмы. Наверное, больше нравится работать с детьми все-таки. Они в восторге, им все нравится. Когда примерки, когда позируют, вот эти детские эмоции, они все-таки, наверное, ближе, чем все остальное. Особо, конечно, сейчас не получается шить и на заказ. В основном я здесь нахожусь. Я же говорю, это в основном дети, которые здесь занимаются. Угу. Кстати, девочка у нас выступает, поет. Это для нее было пошито платье. История профессии начинается с Чарльза Уорта, дизайнера одежды, который является одним из первых представителей высокой моды и основателем собственного модного дома. Именно благодаря ему на смену однообразным фабричным платьям, юбкам и костюмам пришли изысканные и уникальные наряды ручной работы. Его швейная мастерская в Париже за несколько лет стала настолько популярной, что услугами пользовались не только светские дамы Европы, но даже клиенты из США. Идея демонстрировать коллекции на живых моделях, а не на манекенах, также принадлежала Уорту. Тренд на дизайнерские вещи начал активно развиваться в 20 веке. В те времена модельер был уникальным специалистом, художником, закройщиком и портным. Но развитие технологий в текстильной промышленности и сфере IT привело к появлению новых профессий. Сегодня конструктор одежды востребован не только у авторских ателье, но и у крупных корпораций, производителей и уровня масс-маркет и от кутюр. Действительно, наверное, я очень терпеливый человек, потому что без этого никуда приходится. Где силы? Тут в основном, наверное, когда надо кому-то костюм или что-то, уже хочешь не хочешь, надо это делать. Надо как-то совместить с основной работой. Чтобы не подводить, вот в данном случае танцевальный коллектив, им... чтобы не обращаться ни к кому, чтобы сами все здесь, девочки же сами тоже помогают, с ними вместе
Не знаю. Наверное, оно как-то было во мне, есть и никуда уже не денется. Но несмотря ни на что, это ведь вам удовольствие доставляет? Конечно, конечно. Я много где работала, если честно. И где бы я ни работала, вот всегда присутствовала вот эта моя работа шитьем. Вот хоть где, в садике, значит, там надо было что-то украшать, что-то делать, какие-то поделки. Что-то. Опять же, это ручной труд. Опять я с этим сталкивалась. Ну, сюда пришла, тут уже основательно. Ну, видимо, мы остановились на этом. Будем дальше продолжать обучать девочек, кто хочет. Современная швея не может обойтись без вдохновения, наверное, в первую очередь. А дальше, конечно, машинки швейные. Ну, у меня здесь стоят, это все машинки я принесла из дому. Это все мои свои машинки. Оверлок, прямо строчка. На той машинке я петли пробиваю. Есть еще машинки, которые мы используем уже непосредственно с детьми, когда занимаемся. Ну что, все принадлежности, которые нужны швее. Ножницы, нитки. Это все, слава богу, сейчас в магазинах предостаточно. Ткани. Ткани, да. Какие ткани предпочитаете больше? Я люблю ткани, которые легкие в обращении, в шитье. Наверное, любая швея любит работать с легкими тканями. В данном случае атлас, он немножечко такой сложноватый в обработке. Ну ничего, справимся. Бархат люблю, бархатом работать. Костюмная ткань. Ну, смотря кто и что хочет пошить, исходя из этого уже. И выбираем и ткани, и фурнитуру. Конечно, наверное, кризис в любой профессии присутствует. У меня еще есть такая черта, когда откладываю до последнего. Плохая черта характера, но присутствую всю жизнь. И я могу отложить, сделать какую-то другую работу, откладываю то, что... И в последний момент, за ночь, если мне надо завтра сдать изделие, за ночь это все будет уже готово. То есть вроде никого никогда не подводила. Как и любой труд, терпение требует терпения, чтобы научиться чему-то. А если человек не усидчив, как мы уже говорили, бесполезно этим заниматься. А так, да, почему нет, девочки? Уже мы вот с девочками пошили юбочки. Одна девочка у меня уже практически сама кроит. И кто хочет, тот научится. Как и любая профессия, в принципе. Ну, есть девочки, которые вот сразу видно, которые приходят, и видно, что ну, дальше тоже пойдут по этой части. А есть, которые пару занятий проходили, и все перестали. Это, я же говорю, терпение, труд, усидчивость. Вот. Как современный конструктор одежды, Тамара Узденова является новатором. Она мастерица с гибким мышлением, прислушивающаяся к модным трендам и активно увлеченная новыми технологиями. Вдохновение черпает отовсюду. Золотые руки Тамары не знают устали. Обаятельная, скромная и увлеченная мастерица наделена многими талантами. Она не стоит на месте, любит учиться, развиваться, много времени уделяет самообразованию, следит за новшествами в мире моды и красоты, а также часто посещает мастер-классы рукодельниц для обмена опытом. Очень хочу научиться шить мужской костюм. Никак не выберусь. Нужно найти время, чтобы съездить на обучение, на повышение квалификации. Естественно, хотелось бы еще несколько машинок. Распашивалку очень хочу, пока никак не дойдут руки до нее. Что еще я хочу? Ну, наверное, все-таки в будущем я планирую ателье. Открыть, да? В ближайшем будущем это будет, скорее всего, ателье. Какое-то, чтобы как раз девочки научатся, будут помогать.
Самое сложное для меня — это вот мужская одежда, потому что пока еще не сталкивалась, не приходилось работать с этим. Ну, тоже планирую. Ну, вообще интересно, вот любая швея следит за модой, какие-то журналы, конечно, да? Журналов у меня предостаточно. У меня вообще хобби было всю жизнь. Бурда, журнал есть «Бурда». Я ее коллекционировала, этот журнал, его, вернее, собирала. Вот тут тоже у меня есть немного, дома еще много, еще больше. Мама со мной все время ругалась, мне пару раз приходилось переезжать, и каждый раз эти журналы туда поехали со мной, приехали сюда. Я могла спокойно, будучи студенткой, еще последние деньги... стипендия заканчивается, последние там 100 рублей я могла спокойно пойти отдать на журнал. Потому что мне это было интересно. Но сейчас пользуетесь этими журналами? Да, что-то да, оно как бы «Бурда», там выкройки, готовые выкройки есть. Не всем они подходят, конечно. Именно когда я шью что-то себе, я спокойно использую. Вообще часто себе шьете? Ну, приходится, да. С тех пор, как я здесь работаю, чуть-чуть не хватает времени, а так, да, часто. И себе, и родственникам, и знакомым, и всем. Но в основном это заказчицы мои, девочки. Совершенствованию нет предела. Каждые полгода даже, наверное, можно сказать, что выходят какие-то новые технологии, что-то там, то даже элементарно лапки для машинок разные. Я не все их знаю. Чтобы не отставать, я стараюсь проходить какие-нибудь курсы. Вот в прошлом году это курс корсетной грамотности был в Питере, в Санкт-Петербурге проходила. К сожалению, повторно хотела еще раз ездить. Из-за пандемии пришлось оставить. Вот в Краснодаре авторская школа «Любакс», мастер по пошиву штор и ламбрекенов проходила курсы. Что еще можно сказать? Ну, в общем, мы не останавливаемся на достигнутом. Каждые полгода я стараюсь куда-нибудь ездить на обучение по мере возможности. Профессия специалиста модной индустрии сейчас считается очень престижной. Каждый человек, а особенно женщина, пытается подчеркнуть свою индивидуальность. И чаще всего это выражается в одежде и внешнем виде. Многие известные кутюрье пришли в профессию из-за своего увлечения модой. Профессия конструктора одежды необходима в мире, где правит мода. А хороший специалист своего дела, который способен по описанию клиента или по фотографии из журнала создать модель, никогда не останется без работы и куска хлеба. Ну а нам остается пожелать прекрасной повелительнице ниток и иголок Тамаре Узденовой успехов в деле и двигаться только вперед.